Всем самый добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом приготовления начинки из яблок и свежей моркови с добавлением сухофруктов для любой зимней сладкой выпечки, для пирогов или пирожков. Это один из самых вкусных рецептов из моего детства. Нам всегда готовила так наша бабуля. Для приготовления начинки нам нужна морковь и яблоко потереть на крупной терке и также измельчить в кухонном процессоре или на мясорубке все сухофрукты. Если сухофрукты у вас сильно жесткие, обязательно их залейте кипятком и затем перекрутите на мясорубке. Нужно добавить в начинку немного лимонного сока, чтобы яблоко не потемнело. И на сковороде с добавлением растительного и сливочного масла нужно обжарить морковь и яблоко почти до готовности. Чтобы морковь приготовилась быстрее, можно добавить в сковороду 2-3 ложки обычной воды или также можно добавить сок апельсина. И тушим до готовности. Добавляем немного соли для усиления вкуса. Как только начинка будет готова, добавляем измельченные в процессоре сухофрукты. У меня здесь курага и изюм. Добавляем немного цедры лимона. Перемешиваем и охлаждаем начинку. Начинка готова. Готовьте с удовольствием пироги или пирожки. Это очень вкусно.